Приветствую вас еще раз, коллеги. У нас были небольшие палатки, но мы к вам возвращаемся. Говорим о восстановлении памятников культурного наследия. Напоминаю, что гость у нас в студии реставратор Грант Андрей Геннадьевич. Андрей Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, какие сейчас ведутся работы? Пристально смотрим за вынесением постановления правительства о том, чтобы на территории Республики Крым на 5 лет был исключен закон 44-й, федеральный закон, благодаря чему полномочия назначать компании в качестве подрядчиков будет возложено на, будут переданы главе республики. Ждем, смотрим, ждем комментариев по этому поводу. Следующее. Вопрос. По каким критериям оцениваются те памятники, которые нужно восстанавливать в первую очередь? Все памятники оцениваются по техническому состоянию, по запущенности, по обветшалости. Пристальное внимание к жилому фонду. Это основная задача восстановления жилого фонда, который находится в памятнике культурного наследия. Когда планируется вообще начать работы по восстановлению? Как будет вообще происходить весь этот процесс? Ориентировочные сроки – это начало следующего полугодия. Скажите, пожалуйста, вот насколько вообще в целом для Республики Крым и для Ялты это действительно вот важная задача? Конечно же, важная задача. Это лицо наших городов, нашего Крыма, нашей здравницы. Перед правительством республики, перед главами муниципалитетов стояли в первую очередь задачи, направленные на социальную сферу, то есть на решение социальных задач в сфере ЖКХ, благоустройства, здравоохранения. И вот теперь подошло время восстановления памятников культурного наследия. А как вы считаете вообще вот для самих ялтинцев, насколько важно помнить историю и действительно, насколько они вот вносят такой вклад, да, для тех людей, которые живут в Ялте, которые приезжают в Ялту? Какой интересный вопрос. Конечно же, сами горожане достаточно активны в своих высказываниях, в наблюдениях за состоянием памятников, которые ветшают, к сожалению. То есть длительное время на них никто не обращал внимания. Безобразное отношение. И позиция горожан, позиция муниципалитетов достаточно четко формирует текущее настроение в том, что да, все готовы, все хотят, чтобы преобразился наши города. Спасибо вам большое за интервью. Действительно, это очень важная задача — восстанавливать памятники культурного наследия. Мы будем следить, как будут развиваться события. Коллеги, у меня на этом все. Я желаю вам прекрасного весеннего утра. Хорошего. Спасибо большое, ребята. Доброе утро, хорошее настроение, хорошего дня. Увидимся завтра.